Дорогие братья и сестры, Свято-Успенская Святогорская Лавра поздравляет всех своих боголюбивых паломников с наступающим праздником Богоявления и приглашает вас разделить светлую радость торжества Крещения Господня. В ночь с 18 на 19 января в Свято-Успенском соборе обители будет отслужена праздничная божественная литургия, которую возглавит владыка-наместник митрополит Святогорский Арсений. По окончании ночного богослужения состоится торжественный крестный ход к водам Северского Донца, где у часовни по древней христианской традиции владыка Арсений совершит чин великого освящения воды, по окончании которого весь собравшийся народ Божий окропят освященной водой. После этого все желающие смогут совершить купание в крещенской воде освященной реки. Милости просим всех боголюбивых паломников Святогорья в этот великий день празднования крещения Господа нашего Иисуса Христа побывать в нашей святой обители, а также с верою и по силам совершить окунание в освященные воды Святогорского Иордана.